выплыть и спастись, надо дойти до самого дна и оттолкнуться. Я сегодня думал о своем друге, мудрости тенниса, не знаешь, друзья — это те, кто присутствует в твоей жизни, несмотря ни на близость состояния и нерегулярность общения. Друзья — это те, кто понимает и принимает тебя. Для того, чтобы всплыть, выплыть и спастись, надо дойти до самого дна и оттолкнуться. Помню, как я не так давно приехал к Мудрису в Ригу, помню, как он мне сказал: не надо, не называй меня учителем, я не учитель. Мы с тобой друзья, Стан, то же самое. Но на другом языке мне сказал еще один человек, пан Ежи Гротовский. Знаешь, мне кажется, что я понимаю эту опаску получить название учителя. И особенную опаску раскайфоваться на этом названии, натянув на себя эту маску. Любая маска обезличивает. В этом мире, насыщенном огромным количеством разнообразных гуру, зациклиться на сектантстве и потерять свободу мышления страшно. Звание гуру не может позволить дойти до самого дна, чтобы оттолкнуться и выплыть. Поэтому обычно гуру и тонут, увлекая за собой всех последователей и адептов своих суеверий. И я не верю ни в последователей, ни в поклонников. Мне душевнее осознавать состояние дружбы, состояние любви человеческой. Поэтому мне по душе говорить тебе о любви к тебе. Я люблю тебя. По-моему, понятная и гармоничная фраза. Глупо будет слушаться признание: я дружу с тобой, блин. Или я испытываю к тебе чувство дружбы, блин. Я люблю тебя. Это так просто и понятно. Правда, ну, я заметил, что для того, чтобы воспринять эту фразу, надо обладать миром. Хорошая фраза, но сложная. Правда, ну, я заметил, что для того, чтобы воспринять эту фразу, надо обладать миром. Но ведь если поразмышлять, то каждый из нас обладает и миром, и ты, потому что ты, твой мир и есть. Для того, чтобы выплыть и спастись, надо дойти до самого дна и оттолкнуться. Потому что для того, чтобы осознать себя, надо познать свой мир. А для того, чтобы осознать твою любовь, надо вполне осознавать свои ошибки. Это слово не из нашего с тобой лексикона, мы с тобой называем это опытом. Я чувствую твой опыт даже в самых простых фразах твоих, потому что я сам тонул не раз. Я скажу тебе про свою любовь к тебе не для того, чтобы, а для того, чтобы тебе стало теплее. Просто теплее. Я-то знаю, как тепло человеческое помогает жить эту жизнь. А для того, чтобы выплыть и спастись, надо дойти до самого дна. Это.